Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. Три человека получили травмы в результате ДТП на Победиловском тракте. Там лоб в лоб столкнулись легковые автомобили ВАЗ-99 модели и Рено Логан. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла в среду в 20:50 на 12-м километре трассы Киров-Стрижи-Орище. Неустановленный водитель 99-й выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Рено Логан. В результате происшествия водитель и пассажир Рено, а также пассажир 99-й получили травмы. Сам водитель автомобиля ВАЗ место происшествия покинул. В настоящее время его личность устанавливается, ведется его розыск. Пострадавшим госпитализация не потребовалась. Виновнику аварии за скрытие с места ДТП грозит штраф и лишение прав. В среду утром на улице Володарского 31-летний водитель Hyundai Accent выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Volkswagen Polo. Автомобили столкнулись. От удара на немецкой иномарке сработали подушки безопасности. Женщина-водитель Polo получила травмы. Медики оказали ей помощь. В Шабалинском районе на 80-м километре трассы Кострома-Киров 34-летний водитель Nissan Almera на встречной полосе столкнулся с ВАЗом 11-й модели. Иномарку выбросило за пределы трассы. В этой аварии травмы получил водитель отечественного авто. В Кирове на улице Ленинградской водитель мусоровоза при повороте налево не учел габариты спецтехники. Машина протаранила боковую часть редкой в наших краях иномарки Pontiac Vibe. В итоге повредились поворотник, стоп-сигнал, крыло, дверь, лючок бензобака. Оба водителя сами составили схему ДТП и прибыли в комнату оформления происшествий. Сергей Пичугин, место происшествия.